Всем привет! С вами программа «Ревью», и мы начинаем. Проблемы в соцсетях. Звезды отказываются от Инстаграма. Сначала Макпалы Сабекова избавилась от своей страницы, потом Дильназ Ахмадеева объявила войну хейтерам. А теперь и Селена Гомес решила покинуть виртуальный мир. Что только не делали наши селебы со своими соцсетями. Удаляли, восстанавливали, закрывали комментарии, продавали, выкупали, а теперь дело дошло до временного приостановления. Пару лет назад критике диванных войск подверглась Макося, а на пике количества фолловеров пожертвовала свой аккаунт в благотворительных целях. А Дильназ Ахмадиева не стала церемониться и предупредила хейтеров: за оскорбления поплатитесь свободой. Я обязательно дойду до конца и обязательно сниму это все так грамотно и красиво, что все поймут, что оскорбление личности в социальных сетях, в любом проявлении, карается законом. Не оставляют в покое хейтеры и мировых звезд. Любители посплетничать настолько активно забросали оскорблениями Селену Гомес, что певица решила поберечь свои нервы и оставить Инстаграм в покое. Объявляю, беру перерыв в социальных сетях. Снова. Я благодарна соцсетям за то, что вы можете услышать мой голос и мысли. В равной степени я благодарна за возможность сделать шаг назад и начать жить настоящим моментом. Просто помните, что негативные комментарии могут ранить чувства любого человека. И даже после такой душевной публикации завистники не упустили возможность выдвинуть свои предположения. Основной причиной ухода певицы из виртуального мира комментаторы называют разрыв с артистом Weeknd. А тут еще экс-бойфренд обручился с красоткой-моделью. Ну как после этого и вовсе не попроситься жить на другую планету? Теперь 143 миллиона фолловеров Селены будут наслаждаться архивными фотографиями и старыми видео. Но если вдруг певица решит снова пощекотать себе нервишки и почитать злостные комментарии, то ей поможет система личного тайм-менеджмента Screen Time, специально для борьбы с гаджет-зависимостью, которая есть на обновленном iOS 12. Пользователь может ограничить время на просмотр соцсетей, и по истечении лимита экран будет заблокирован. Так что, может, стоит воспользоваться советом Селены Гомес и наслаждаться настоящим?